Республиканское информационное агентство «Карачаево-Черкесия» запускает акцию «Новогодняя почта», участие в которой смогут принять дети всех возрастов. В центре Черкесска на улице Первомайской сегодня появился большой почтовый ящик, куда все желающие могут бросить свои письма Деду Морозу. Рисунки, аппликации, открытки приветствуются. Самые трогательные и запоминающиеся письма будут переданы партнерам агентства, и желания детей будут исполнены. Напоминаем, что для обратной связи при написании письма нужно обязательно указать номер телефона родителей. Мы создали этот клуб для того, чтобы дети республики могли кидать туда письма Деду Морозу со своими желаниями, которые обязательно будут исполнены. Мы выберем самые лучшие из них, и дети получат подарки. Вот такая акция. Ящик будет расположен на улице Первомайской, его нельзя будет пройти мимо, то есть там, где сейчас находится такая арка, вход в парк, вот там и будет расположен этот ящик. Письма можно будет положить туда до 25 декабря, 25 декабря ящик исчезнет, и письма будут прочитаны, и подарки будут отправлены.